В среду в городской администрации обсуждалась инициатива возведения в Иванове памятника герою Советского Союза маршалу Василевскому, полководцу за год Великой Отечественной войны, не проигравшему ни одной битвы, нашему земляку. Такая инициатива давно уже инициировалась и в 1995 году в областном уровне, но так не нашла своего разрешения, и некоторые, в том числе не согласные с таким вот решением, позиции тоже высказываются. И в преддверии решения этого вопроса на городской думе мы проводим круглый стол, чтобы выяснить мнение общественности, специалистов, инициаторов, определиться, нужно принимать такое решение или нет. В 70-ю годовщину Победы исполнится 120 лет со дня рождения маршала. Чем не повод для установки памятника, но всегда находятся аргументы против. Первоочередной – отсутствие финансирования. А еще мнение, что маршал никак не связан с Ивановым. Если посмотреть, допустим, в этом отношении наш город Иваново, то я, допустим, перерыв весь интернет, ничего не нашел, где бы, так сказать, можно было зацепиться, что маршал хотя бы бывал в нашем городе. Я выскажу лично свое мнение. Я считаю, что, так сказать, острой необходимости устанавливать в городе Иваново памятник маршалу Василевскому нет. На малой родине Александра Михайловича в Вичуге уже установлен бюст полководца и мемориальная доска. Полноценного же памятника герою войны в Ивановской области нет. И нигде в России, разве что в Калининграде. А между тем, в самом центре Иваново на площади Победы не так давно взамен старой стелы установили памятник Георгию Победоносцу, во времена которого и Иваново-то не существовало. Так почему бы не увековечить нашего земляка? Конечно, можно мифических героев это сам устанавливать. Ну, установили, значит, здесь памятник на площади Победы этого самого национального символа Туманного Альбиона или этой самой молодой Джорджии. Ну, ладно, установили. А чем и Гераклу тогда не установили? Тоже был такой мифический герой. И, между прочим, подвига совершал очень много, с гидрами воевал. Почище, чем это, я вам скажу, почище, чем этот самый Георгий Победоносец. Место для памятника уже нашли в сквере у дома корабля. Вопрос об установке памятного знака выдающемуся полководцу, уроженцу Ивановской области, решится на одном из ближайших заседаний городской думы. Наталья Романова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.